Всем привет, это Влад. Я Саша. Илья. И мы группа Mountain Breeze. И сегодня мы зажжем на X-Factor. Кто встретит? Антон. Хотя это земляки, хотя земляки сразу. Давайте. Земляки. Кстати, давайте, Андрей, да, давайте Андрей. Или что-то означает за группу? Mm-hmm. На английском что это? Морозец. Морозец гор. Гор. Да, группа. Группа Морозец гор. Вообще мы смотрим там в Ютубе ролики разных зарубежных групп, и они нас вдохновляют, как бы. Вот. И начали тоже делать каверы. Мы просто на iPhone все снимали. И сами монтировали. Мы ее выставили, поначалу там не было много, но сейчас там 30 тысяч просмотров почти. Это была такая одна из самых таких топов пока что, что мы достигли. На самом деле мы смотрели 6 лет. Ну, не знаю, как парни, я 6 лет смотрел на телек, не только хотел быть самым там, знаете, это ж такой, это кайф, это просто тебя слушают, тебя оценивают, знаменитые люди тебя показывают по телеку. И этот момент настал. Кстати, Данилка, можно сказать, мы из Полтавы, братуха. Что? Данилка в моей школе учился. Да, в моей школе. Это же Данилка. Верка Сердючка вот это. Данилка, она же из Полтавы. Ё-моё! О, это, вот это помнишь, что в ГРДК, вот это, что я к ней ходил на вокал? Да. Такая бабулька, помнишь? Да. Она тоже у Данилка, короче, вокал преподавала. Мы сразу увидим все по глазам судей, сразу увидим все. Нормас о, или... Не с первого аккорда, если так вот, или так... Или... Да, туда уже я убегаю. Даже гитару рисую. А если так уже, типа, заинтересованность хотя бы, то тогда уже можно, типа, да. Это я играю. И так, тёлочка, что так, да, а я ещё так могу. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Вы из Полтавы? Да. А что, вы боитесь? Нет. Я сегодня буду на вашей стороне, потому что я же тоже из Полтавы, да, буду за вас знаем. Как-то... Знаете, да? Да, да. А кого я играю, знаете? Да, знаем. Просто вы тогда еще, судя по вашему возрасту, не родились, когда мы выступали. Ну, ребята, вы не стесняйтесь, пожалуйста, более уверенно. Что будет за песня? Sweater Weather Neighborhood. Не, теперь по-нашему. Погода для свитера. Ну, там о любви. Давайте. Ребята, давай. Me hold.
можем мы посовещаться без микрофонов? Одну минутку. Знаете, я бы просто хотел обратить внимание ваше на то, что эти пацаны полностью играют вживую. Да. Ну, а тембр у мальчика, как будто у него какой-то природный дабл-трек. Да? Такой сипацой, такой прозрачный. Так, как когда он начал петь, это же просто фирма. Ну, я просто... Вот они прямо чистую вживую играют и поют. И при этом звучит же все. Да, все. Да. Мне не очень понравилось. Да. Вы знаете, меня всегда так это воодушевляет и трогает, когда я вижу каких-то вот таких совсем молодых, 19-17-летних самородков, которые делают уже достаточно сформированную уже полностью какую-то музыку. Настолько все это легко, изящно, непринужденно и, самое главное, природно. Вот музыкой, мы точно уже в Европе. Я не знаю, как всем остальным там, но музыкой мы в Европе и во многом реально даже, собственно говоря, не хуже, а то и превосходим ее. Поэтому я говорю «да» 10 раз. Молодцы. Да. Я говорю вам «да». Ну, я по-любому. Да. Ребята, у вас 4 «да», вы с нами, спасибо. Забирайте свой ящик. А ящик? А, или он тяжелый? Не туда. Не туда, не туда. Туда, в дырочку. В дырочку. Сразу видно, из Полтавы приехали. Просто Полтава в той стороне. Там мох растет, но... Счастье може мати такий вигляд. Thank you.